Ну что ж, Сережа, сегодня у нас с тобой очень важный день. А знаешь почему? А наверняка тебя интересует этот вопрос. Потому что наша история начинается с самого начала. Друзья, всем привет! С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Со мной сегодня Сережа Болотов. И добро пожаловать на проект GTA 5 RP на сервер Rockford! Ух, друзья, я давно ждал этот день, когда наконец-таки мы сможем поиграть на новом сервере. И сейчас я отвечу на главный вопрос. Нет, я не ухожу с Sunrise, для меня по-прежнему основным сервером остается Sunrise, так как у меня там столько имущества, столько связей, столько друзей, столько вас, ребят, мы частенько с вами там играем, поэтому я не собираюсь оттуда уходить. Просто давным-давно у меня была мечта зайти вот на только свежеиспеченный сервер и начать с самого нуля наше выживание. Я думаю, это будет очень круто. Что вы понимали, мы часа полтора пытались зайти на сервер, так как 2000 человек онлайн уже играет, и это просто жесть. Очереди просто какие-то нереальные, зайти на сервак было реально очень тяжело. Поэтому, друзья, я думаю, что сегодня будет много чего интересного. Самая главная цель на наш сегодняшний день, так как сервер новый, еще мало что куплено. Вообще, я думаю, еще ничего не раскуплено. Мы сегодня должны успеть занять реально офигенный дом. Я уже успел задонатить, но это реально нужно было сделать 100%. Потому что потом мне придется покупать недвижку в X2 или в X3 дороже, а я этого делать не хочу. Поэтому, Сережа, давай, все, поехали, давай, это, садимся. Что? Почему я лысый? Ну, ты сам прическу где такую себе намутил. Серег, ты сам себе такую прическу намутил. Друзья, прежде чем мы начнем, я вам хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать меня, играя на проекте GTA 5 RP. Для этого всего лишь нужно зайти абсолютно на любой сервер проекта, нажать на кнопочку F10, класснуть на шестеренку, вкладка промокод и сюда вписывайте промокод кофе, который дает вам 12,5 тысяч баксов и VIP-статус за 10 дней, что очень сильно. Кстати, Серег, слышишь, а вы увидите промокод кофе, это реально на самом деле годная тема. Ты получишь 12,5 тысяч баксов и VIP-статус на 10 дней, это реально тебе поможет, тем более нам сейчас это реально очень нужно, так что давай води. Ну, конечно, можешь, конечно, Сережа, парикмахерские-то работают, все работает, а да? Блин, мне реально интересно посмотреть, сколько недвижки уже успели занять, сколько бизнесов. Мне кажется, бизнесы уже раскуплены за час. Я вот почему-то в этом на 100% уверен. Так что наша главная задача на сегодняшний день — поймать реально крутой дом. Все, друзья, мы только что ввели мой промокод, и я получаю VIP-статус на 10 дней. Это офигенно, это реально офигенно. Так, все, Серег, погнали. В общем, у нас реально с тобой очень важная миссия. Я реально, я боюсь просто заезжать на Вайнвуд, потому что я уверен на 100%, там уже все дома заняты. Не знаю почему, но я думаю, что все именно так. Потому что каждый раз, когда открывается новый сервер, сразу же заходит миллион людей, которые сразу же донатят и сразу же пытаются все максимально быстро скупить. И мы, конечно же, будем делать сегодня абсолютно так же. Я реально надеюсь, что у нас сегодня получится зацепить все-таки реально какой-нибудь годный домик, годную какую-нибудь... Да! Офигеть! Просто уже кто-то Феррари выбивает, и прикинь, сервер только час назад появился. Сервер просто час назад только появился, и у чувака уже Феррари. Это просто жесть, ну, ребят. Мне, кстати, кажется, мне, кстати, почему-то кажется, что когда только сервер открывается, и ты открываешь вот такие вот кейсы, типа донатские, у тебя реально там X2, X3 шанс выбить что-то крутое. Блин, ну, у нас же даже прав нету водительских, у нас вообще с тобой ничего нет, это вообще кошмар. Блин, ребят, с самого начала, с самого нуля, конечно, начинать это реально, мне кажется, очень круто. Ну как, мы, конечно, не с самого нуля начинаем, учитывая, что я там задонатил, как бы, да, но просто, как я думаю, словить крутой дом в самом начале, это реально очень выгодная тема, так как потом его можно будет реально продать в X2 или X3 дороже. Да ё-моё, да вы что, издеваетесь-то, а? Уже просто, понимаете, за 5 минут выбили 2 крутые. Может, тоже сегодня пооткрываю, может, у нас тоже что-то получится. Можно, так, Серег, можно, мы можно с тобой заезжаем на Вайнвуд. Еще раз повторюсь, ребят, наша главная задача на сегодняшний день реально выбить, ну как выбить, забрать крутой дом. Я очень сильно на это надеюсь, и я думаю, это будет реально очень круто, если у нас получится что-нибудь интересненькое такое словить. Потому что, как вы знаете, все дома на других серверах раскуплены, и найти какой-то реально крутой, красивый дом, это реально очень тяжело. Давай, смотри, мы будем просто подъезжать к одному из домов, и ты будешь говорить, нравится он тебе или нет. И мы просто, ну, сообща, ну так, знаешь, да, вот будем делать общий выбор, нам же вдвоем жить в этом доме, понимаешь, да? Блин, ну я пока нормальных домов, если честно, не заметил. Так, ну слева, блин, подожди, нет, такой себе. Ну они по идее-то, какие-то из них не продаются, какие-то продаются, какие-то уже заняты 100%, но наша главная задача — найти реально крутой дом. То есть неважно, сколько он будет стоить, неважно, сколько он будет стоить, самое главное реально занять. Мне кажется, просто дорогие дома еще 100% свободы, 100%. Так, вот где-то здесь, на этой улице, был у него охуенный дом был. Думаешь, прям реально думаешь, да? Вот стой. Ну-ка, думаешь, вот здесь налево завернуть? Вот здесь, да. Вот здесь вот? Вот здесь. Слушай, а скутер это реально удобно найти? Смотри. Слушай, ну вид реально имбовый, вид реально очень крутой, но только знаешь, проблема этого дома, знаешь, в чем? Тут нет нормального паркинга перед ним, видишь? Тут некуда машину ставить. На, это тоже влияет, да? Да. Конечно, конечно. Не, у меня сейчас машин нету, потому что мы с тобой гоняем на скутере, мы только зашли на сервак, надо будет еще права
получить. Кататься, так, ну, нет. Ну, мы сейчас с тобой все дома поизучаем. Я очень сильно надеюсь на то. Ну, просто понимаешь, какова вероятность того, что все дома еще свободны? Потому что 2000 онлайн на сервере, мне кажется, уже любой человек просто у нас, он заранее просто там все домики, как он подметил, и сразу же поехал к нему. С деньгами приехал. Так. О, вот это дом, кстати. А, это особняк. Это не то, что нам нужно, это под организацию. Блин, ну надо искать реально крутой дом. Я знаю райончик, где тоже продаются очень крутые дома. Сейчас тоже обязательно туда съездим. Но пока наша задача найти что-нибудь реально крутое на Вайнвуде. Я думаю, что мы в теории, возможно, что-нибудь сегодня с вами и найдем. Но здесь именно под паркинг. Да. Наша главная задача найти не просто красивый дом, но и чтобы паркинг был реально офиген. Вот, смотри, вот этот домик, смотри. А ну-ка, продается, не продается. Свободен! Смотри, а ну-ка, сколько он стоит? Мне просто реально интересно. А ну-ка. Полтора ляма. Ой, как это дешево! Просто реально. Понимаете, у меня на сервере на Санрайзе. А там нету, по-моему, бассейна. Это подвесной же дом, там нету бассейна, по-моему. Че, не помнишь? Там нету бассейна, Серег. Поехали дальше. Ну ты смотри, там какая улица. Так вот, мы сейчас туда и съездим, тоже обязательно все проверим. Просто понимаешь, пока все дома свободны, нам нужно реально торопиться, понимаешь, Сережа. Просто реально, понимаете, вот этот дом 1,5 миллиона ГОСК стоит, да? Как бы, а у нас на сервере такой дом можно купить, ну, минимум, ну, в X3, я думаю, где-то за лямов 5 точно. Это жесть. Это тогда, конечно, недвижка вся просто дорожает, это жесть. О, я знаю, где-то вот тут должен быть дом офигенный. Блин, это так круто. У нас будет, по сути, у нас реально сегодня будет офигенный дом. Потому что мы уже нашли очень крутой дом, который с собой. Ему домик красивый, ты посмотри, а? Нормально. А ну-ка, а вид, посмотри. Пасек есть еще, ты посмотри. Подожди, а этот дом вообще продает? Его купили уже? Мне просто, ну, вид реально имбовый, ребят. Вид очень крутой. Ну-ка, давай подъедем, посмотрим. А ну-ка, погоди. Он реально, он свободный. Я в шоке, я просто, понимаешь, я в последний раз видел свободный дом, чтобы он вот так вот просто горел очень давно. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. 2 200 000, 10 гаражных мест. Офигенно! Серега. Слушай, знаешь, что я еще... Давай еще чуть повыше поднимемся, посмотрим. И съедем еще в один райончик. А ну-ка, смотри. А ну-ка, дай руль. А ну-ка. Мой мопед. Все, садись давай и поехали. Давай, Сережа, все. Быстрее, у нас очень мало времени. Знаешь, сейчас эти дома разлетаются, мне кажется, как горячие пирожки, реально. Нам нужно реально торопиться. Ох, Сережа, посмотри на этот дом Франклина. По самым элитным домам пошел. А, он не продается? Ну, серьезно? А что ты думал? Я реально думал, что он продается. Блин. Вот мне было на самом деле очень интересно посмотреть этот домик, так как я реально думал еще купить его, но он не продается. Так, нам с тобой еще, знаешь, какой район нужно проверить? Сейчас мы с тобой съездим на Ричмонд и посмотрим, что там у нас продается. Давай на полной скорости. Чего? Чел на Феррари просто уже проехал. Сервер 2 часа работает, у чувака уже Феррари. Так, Серег, смотри, давай вот тут у домики посмотрим. Да. Ай-яй-яй, это особняк, да, это не то. Нельзя. Давай, смотри, вот на этом районе реально очень много крутых домов. Мы сейчас как раз таки... Так, ну это такой себе, потому что нету... Ну, здесь ты машину не тут... поставишь. Не, ну почему? Машину красиво можно поставить, просто дом вообще ничем не закрыт, территория ничем не огорожена. А вот это уже вариант поинтереснее. Смотри, тут 2 гаражных места у нас, да. Домик по-любому куплен уже. Да, уже, ребята. Мне кажется, что это на самом деле самый востребованный район, потому что, так, вот тут должны, по идее, быть автоматические ворота, но что-то их, походу, не завезли. И этот дом куплен, неужели? Походу, слушай, Серег, тут реально вот тут именно дома разлетаются реально как горячие пирожки. Во, вот этот дом свободен или нет? А ну-ка, давай чекнем. А ну-ка, давай проверим. Мне просто реально интересно, погоди. Да нет, ну блин, я реально хотел даже присмотреть себе этот домик. Это реально очень крутой дом, потому что здесь можно вот так вот, смотри, здесь очень красивая территория у него, тут прям вообще вау. Красиво, да. Да, с этим я соглашусь. Блин, неужели тут реально все раскуплено? И этот дом куплен, что ли, тоже? Да вы что, издеваетесь, что ли? 2 часа сервер существует, а уже все поскупали. Это кошмар. Так, ну по левую сторону домики такие есть? Да нет, все крутые дома позанимали. Ага, да. Ну нет, блин. Ну что, нам реально, походу, придется возвращаться на Вайнвуд и покупать тот домик, который мы с тобой присмотрели. Блин, тут же такие крутые дома. Ну что ж такое-то, а? Слушайте, ребят, нашли реально прикольный, красивый дом. Тут, смотрите, прям и фонтанчик, и прям ворота стоят, и дом свободен. Самое главное, посмотреть, сколько он стоит и сколько гаражных мест. Потому что, да, 6 гаражных мест. Нет, тогда это не наш вариант, да, нет. Ну чё, нам надо сразу искать 10-гаражку, 100%. Блин, короче, ребят, у нас тут дилемма такая. У нас все-таки выявилось 2 фаворита. Это вот такой вот домик, 10 гаражных мест, прекрасный вид
на город, и стоимость у него 2 200 000. И вот есть еще один домик, который находится недалеко от особняка Плейбоя, и там дом тоже как бы такого класса престижного, тоже 10 гаражных мест, но стоит 4 миллиона. Ну просто там нету такого красивого вида, но сам дом по себе внешне красивее. Плюс там есть еще забор, ворота и все такое. А здесь, к сожалению, территория открыта, то есть любой может заехать. И вот, собственно, вопрос, какой из этих двух домов покупать, я, честно говоря, не знаю. Мне реально, я вот просто запутался. А нужно принимать решение как можно скорее, потому что сейчас в любой момент может кто-нибудь приехать и купить этот дом. Ой, Олег, ребят, тяжело. Знаю, я уже в бассейне купаюсь. Серег, я понимаю, что ты купаешься в бассейне, но нам нужно принять с тобой решение. Как думаешь, какого тебе, какой дом больше понравился? Этот здесь или... покупаем, здесь вид. Думаешь? Да. Ну, блин, ну, согласен, вид, видишь, конечно... Я уже разделся, я уже блин, купаюсь, вид, конечно, мама. Крутой, но меня смущает то, что здесь вот, понимаешь, проходная такая территория, что как бы, нет, тут есть, в принципе, куда можно было бы красиво поставить машины, да, но, блин, никаких ворот, никакого забора, ничего вообще такого нет, видите, да? И вот это меня реально смущает. Ладно, ребят, все, мы приняли решение, Сережа, что мы останавливаемся все-таки на этом варианте. Значит, мы сейчас будем покупать этот дом за 2 200 000 баксов. А для этого я, конечно же, перехожу во вкладку «Донат», и сейчас мы будем конвертировать мой донат в, собственно, уже в игровую валюту. О, Сережа, 30 тысяч рублей я конвертирую в 3 миллиона долларов, ребята, и денежки уже у меня на руках. Ну что, Сережа, я надеюсь, ты готов к этому моменту, потому что я прямо готов. Сейчас я покупаю свой первый дом не у человека, а сразу по госке. Первый раз покупаю что-то по госцене. Все, Сережа, это мой дом. Все, можешь меня поздравить. Самое главное, не забудь заплатить за него. Давай я сейчас его открою, Серега. Ну, конечно, ты должен заплатить. Так кто же еще будет платить за него? Ой, 10 гаражных мест, друзья. Как же это хорошо. Нам еще нужно сдать на права, купить машину, посмотреть, какие бизнесы вообще свободны. Хотя мне кажется, что сейчас все бизнесы свободны, так как для того, чтобы купить бизнес, нужна лицензия на владение, как бы, да? Мне бонусы промокода. Ой, мне тоже. Вот, видишь, Сережа, вот, видишь, вы получаете бонусы промокод при достижении второго уровня. Да, да, да. Блин, ну дом мне реально нравится, ребят. Я считаю, что мы все-таки приняли правильное решение. Мы успели купить реально годный дом по дешевке, по госцене, поэтому за это можно реально поставить лайк. Сережа, а где мопед? Скажи, пожалуйста. Ничего, в этот раз я не виноват. А где мопед? А как нам тебе? А как нам до города теперь идти? Ты что, прикалываешься? Мы что, пешком сейчас пойдем? Ты что, с ума сошел? Так нет, это арендованный был. What the fuck? Мне сейчас самое главное не забыть заплатить за дом, потому что если он слетит, это будет, конечно, полный угар. Блин, ну домик, я считаю, реально кайфовый, ребят. Домик реально крутой, там есть и место под паркинг, 10 гаражных мест. Прекрасный, просто реально офигительный вид на город. Это, ребят, я не знаю, это реально какое-то чудо света просто, я считаю. Такие виды, это что-то незаконное. Бассейн просто офигительный. Жалко, конечно, что-то не мангальчик, да, там вот этих лежаков, но это мы все обязательно докупим. Сейчас самое главное заплатить просто за дом. А ты что, уже втопил, что ли, побежал? Давай, смотри, какой план действия. Мы сейчас с тобой идем... А, подожди, мы же можем с тобой заказать такси. А мне, кстати, интересно, таксисты уже появились или нет? Просто сервак открылся только что, давай проверим. Такси вызвано, ожидайте. Мне реально вот интересно, кто-нибудь вообще примет наш заказ или нет? Ну, прикинь, до сих пор никто заказ не принял-то. Ну, ё-моё. Ну, ладно, Серег, походу, нам реально с тобой придется пешком бежать, потому что перезаходить на сервер и спавниться на спавне, чтобы взять мопед, это точно не вряд. Так, да, я тебе говорю, еще таксистов, походу, нету, я не знаю. Либо все таксисты там по делам своим катаются. Короче, побежали. А ты сокращай. А ты знаешь, где вообще автошкола находится, а? Нам, кстати, в другую сторону бежать, побежали. Блин, мы сейчас так долго бежать будем, это просто кошмар, ребят. Чё за фигня, почему? Что такое? Сколько? Это что такое? Это там такое увидел. А я-то думал, где все люди-то? Серега, я чувствую, Олег, что... А что-то чувствую, что мы сегодня с тобой на права не сдадим. Что-то, видимо... Олег, тут гонка из себя машины. Не, Серег, Серег, мы сегодня... Может, забудь про права вообще. Забудь, реально, забудь. Чего за фигня? Почему так много людей? Почему? Ты где? Вот, Серег, просто прибеги на синий руль вот этот. И посмотри, что здесь происходит. Бегу. Серега, это ты же бежишь, да? Сережа, просто посмотри, ты видишь вот это, а? Это что за муравейник вообще тут, скажи, пожалуйста? Просто посмотри. Чтобы ты понимал, все эти люди ждут одну лишь
только машины синего цвета, понимаешь? Все эти люди пытаются сдать на права. Это просто какой-то кошмар. Не, ребят, мы, конечно же, попытаемся сейчас сдать на права. Я не знаю, получится у нас или нет, но мне кажется, машину просто поймать, которая заспавнится, это просто нереально. Просто кошмар. Я очень сильно боюсь, что у меня может в любой момент крашнуть. Я надеюсь, этого не произойдет, потому что на сервер нужно будет заходить снова около часа, наверное. Так, тест состоит из 10 вопросов. Там нужно вот подойти, где вся толпа стоит, и там вот будет там сдать тест, и там вот так вот, да. $100, да. Итак, разрешен ли поворот ТС в туннеле? Если очень... Короче, сейчас, ребят, мы все сдадим и продолжим. Сереж, все, сейчас я завершаю свой тест, и я надеюсь, что я его сдал. Итак, да как так? Я допустил две ошибки. Да что ж за фигня такая-то? Да ну ё-моё. Да где я? Реально прошел? Серьезно? Да ё-моё, да почему мне так не везет постоянно с этими правами, блин? А ну-ка, Сережа, сейчас я точно сдам тест и... Да, наконец-то, вы сдали тест, теперь можете сдать практику. Только вот как мне сдать практику, если там, блин, очередь и 100 человек на эти машины? Ладно, постараемся сейчас. Я не знаю, ребят, я очень сильно постараюсь сейчас реально просто выцепить эту машинку, но вы сами видите, что здесь происходит. Вот просто машина спавнится, она реально как горячий пирожок сразу же разлетается, понимаете? Ой, ладно, сейчас попытаемся. Моя. Да тут сразу 10 человек в одну машину садится, это бред. Да куда, на какой мопед, блин? Кошмар, просто какой же кошмар. Еще одна машина. Да, блин, это невозможно сдать на права. Я не знаю, Серега, а ты до сих пор тест даешь? У тебя там проблемы какие-то или что, можешь помочь, подсказать вопросиком каким-то? Сколько раз ты проходил, ну-ка? Сколько? С первого раза, со второго раза сдал, слышишь? Вот оно как. Ну конечно, со второго раза сдал, да. Моя, да, это нереально, это невозможно. Это невозможно просто сделать, я вам серьезно говорю, это нереально сесть в тачку. О, давай, да, Серега, у меня получилось. У меня получилось, у меня реально получилось. Извините, кого задавил, извините, простите. Не хотел, у меня реально получилось, офигеть! Я думал, ребята, я серьезно говорю, я думал, у меня уже реально не получится это сделать, но у меня получилось, это жесть! Все, сейчас самое главное сдать хорошо практику, сдать город прям на ура, и тогда у меня будут права, и тогда мы сможем уже наконец-то купить нашу первую тачку, наконец-то! Все, Сережа, у меня сейчас будут права. Самое печальное будет, если меня крашнет в тот момент, когда я буду уже подъезжать к концу моего этого теста, и все. Все, ребята! Вы прошли тест и получили... А, ну все, кайф. Все, Сережа, у меня есть водительские права. Так, осталось... Да, я знаю, что тебя крашнуло. Осталось лишь только найти сейчас какое-нибудь транспортное средство, чтобы мы с вами могли спокойненько доехать уже в какой-нибудь, хотя бы, не знаю, купить просто реально какую-нибудь дешевую машину, чтобы у нас просто хотя бы были колеса и было на чем передвигаться. Потому что бегать туда-сюда пешком, это, конечно же, супер неудобно. А знаете что? Давайте, знаете что, попробуем? Давайте реально просто по приколу сейчас попробуем с вами пооткрывать донатские кейсы, и вдруг нам реально повезет. Просто мне кажется, что сейчас реально слишком завышенный шанс. И давайте реально с вами сейчас попробуем, ну не знаю, пару кейсов хотя бы золотых открыть. И это прикиньте, насколько будет круто, если нам реально выпадет какая-нибудь крутая тачка. Это ж будет вообще что-то, мне кажется, нереальное. Просто и так вот в первый день получить реально что-то такое крутое, это мне кажется... Да ладно, стой! Ай-яй-яй. Ладно, давайте включим моментальную прокрутку, а то мы так очень долго будем на самом деле все это открывать. Так, ну мотоцикл нам это не нужно. Денежку мы 100% забираем. ДПшка нам 100% не нужна. Корону вот эту мы забираем. Это випка на 30 дней, это очень хорошо. Идем дальше. Блин, ну неужели? Ну просто, понимаете, на наших глазах чуваку выпало Феррари, выпал Skyline, выпал там еще и Бэха падало. Много реально тачек именно цепится сейчас. И мне кажется, что у нас реально сейчас возможно даже... Ай, рядом Родстер был, рядышком прям был Родстер. Серега, вообще, как думаешь, каковы наши шансы на то, что нам выпадет что-то вообще, скажи, пожалуйста. Как думаешь, что-то повезет, не повезет? Да, выпадет, судя по тому, что сколько людей там машинка вытаскивает. Так, да, я вот про это и говорю. Опа! Опа! Сюда! Слушайте, на самом деле очень даже хорошо. А давайте, я реально заберу эту тачку. Я реально ее заберу. Я реально, все, у нас есть машина. Нам даже машину покупать не надо, прикинь, Серег. Ладно, все, ребят, делаем последние 5 прокрутов. Так, ну вот это мы продаем, нам это не нужно. А вот это мы забираем. Сейчас сделаем последние 5 прокрутов. Как раз таки дом. Я еще дом на 30 дней сейчас проплачу, чтобы он точно у меня не слетел, так как у меня будет gold вид на 30 дней. Это вообще шикарно. Все, открываем последние 5 раз. Смотрим на то, что нам оттуда падает. Ребята, и все, и точно останавливаемся на этом, потому что я и так уже сегодня очень много денег потратил на то, чтобы купить себе дом просто по госцене. Это, мне кажется, реально очень хорошая инвестиция в будущее. Потому что дальше я потом реально смогу его продать очень дорого. Ну ладно, давайте еще один откроем. Еще. Ладно, еще. Вот сейчас точно последний. Ну мне просто реально кажется, что
вот есть шанс, реально есть шанс. Ай-яй-яй. Ладно, все, давайте вот до 20. Что выпало, что выпало? Мне выпал мотоцикл за 7000 ДП, он стоит 1,5 миллиона, вроде где-то около того. Забираю. Я вам реально говорю, сейчас реально шансов, ну прям дофига их на то, чтобы что-то реально выпало. Я уже в плюсе, понимаешь, я реально уже в плюсе, офигеть. Хорошо, что не остановился, реально, Ема, ребята, нам подфартило, сейчас повезло, конечно, а. Ладно, все, 3 последние раза крутим, последние 3 раза и все, ребят, на этом мы точно останавливаемся, потому что реально, как бы, кошелечек на свой все же надо пожалеть 100%, вы сами понимаете, как бы, да? Ну все, нет, нам не повезло. Все, ну как, не, нам очень повезло, Так, мои призы, все, мои две машины ждут нас в гараже, поэтому, друзья, мы перемещаемся с вами именно туда. Ну что ж, друзья, давайте подведем с вами итог нашей сегодняшней вылазки. Значит, смотрите, получился у нас вот такой вот с вами домик словить по госцене за 2 миллиона 200. Я думаю, что в будущем, через пару месяцев, этот дом реально, если я захочу его продать, я смогу продать его даже больше, чем X3, я считаю именно так. И мы заходим в гаражик, где, собственно, у меня есть вот такая вот точила, чисто Лансер, вообще офигенно. И вот такой вот мотоцикл. Кстати, мотоцикл у меня реально еще даже никогда не было, поэтому мне реально будет очень интересно покататься на нем. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать нашу первую серию на сервере Рокфорте. К сожалению, Сережа не получается зайти уже минут 30, наверное, он пытается, очень бедняжка. Людей, ну да, очень это много. Реально очень тяжело. Заходите, играйте на проекте GTA Peter Pan на сервере Рокфорте, родите мой промокод кофе, который дастся 12 баксов. И в статус на 10 дней, это реально очень полезная тема. Прям реально гарантирую, что вам это очень сильно поможет, друзья. Ну а на этом сегодня все с вами. Сегодня был, как всегда, Олег Кофе. Со мной был сегодня Сережа Болотов. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока.